Для уборки улиц администрация Ульяновска приобретет еще 17 помощников. На новую партию спецмашин и прицепов для борьбы с наледью на городских тротуарах и дорогах выделили почти 100 миллионов рублей. В планах укомплектовать коммунальный автопарк комбинированными дорожными машинами. Этот вид техники несет основную нагрузку во время зимней очистки проезжей части. С помощью таких машин проводят обработку противогололедными реагентами, сгребают свежевыпавший снег на обочины с одновременным подметанием дороги. Также в Ульяновск поступят 8 универсальных мини-погрузчиков с разнообразным навесным оборудованием для очистки тротуаров и погрузки снега на самосвалы. А еще для оперативной борьбы закупаются 5 прицепных бункеров с пескоразбрызгивателями. Техника поступит на службу с осадками в ближайшее время, сразу после прохождения всех необходимых процедур.